Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Сегодня буду готовить праздничный салат и хочу поделиться с вами тоже этим рецептом, потому что, конечно, что может быть за праздник, да, без шампанского и оливье, но вот этот салат, он тоже неимоверно вкусный. Мы его просто очень любим, и тот, кто не боится майонезных салатов, это, ну вот, просто шикарный будет салат на ваш праздничный стол, Новый год, Рождество и вообще, в общем, он очень вкусный. Так что давайте его сейчас приготовим вместе. Поехали! Так, друзья, для нашего салата нам понадобится сыр натертый, курица, тут у меня один зубчик чеснока, яйца, чернослив, орехи и домашний майонез. Я его уже сделала и сразу переложила в пакет для того, чтобы можно было сделать сеточку. Ну что, приступаем. Друзья, для приготовления нашего салата нам понадобится отварная курица. И мы ее нарежем на такие кубики небольшие. Так, друзья, я нарезала нашу курицу. У меня было куриное бедро. Вы, если любите, можете брать филе. Но я филе не очень люблю, так что то есть, часть курицы на ваше усмотрение. Я нарезала, беру еще сюда немного майонеза добавлю и натру этот чеснок. И хорошенько все перемешаю. Так, друзья, хорошенько я перемешала нашу курочку с майонезиком и с чесноком. Теперь беру тарелку, кольцо и первый слой выкладываю нашу курицу. Так вот уплотняю. Так. Следующий слой выкладываем сыр. Конечно, сыр лучше бы тоже такой, знаете, немножечко на мелкой, но так как он у меня уже натертый. Выкладываем сыр. Сыр я не буду его уплотнять, чтобы салат более был такой, знаете, воздушный. Видите, я его так не придавливаю, ничего, так вот как рассыпала, расформировала и все. И делаю из домашнего майонеза, просто делаю такую сеточку. Следующий слой я буду выкладывать чернослив. О, какая вкуснятина! Если вы вдруг не любите чернослив, хотя он, я его очень люблю, и для зимних праздников, для рождественских он мне кажется, создает такое какое-то тепло. Можете заменить ананасом. Я тоже так пробовала. Тоже очень вкусно получается. Но чернослив здесь с курицей сочетается прям очень вкусно. Разложила я чернослив и теперь вновь делаю такую тоненькую сеточку из майонеза. Сильно много не заливаю, знаете.
Вот так вот сверху предварительно натертые желтки. Сверху на желтки орехи. Видите, я их немножечко подробила, но не совсем так, а чтобы была немножко текстура. Эти орехи обязательно нужно добавлять. Так, беру майонез. И опять делаю сеточку. Так, и последний слой. Нежный, воздушный, натертый на мелкую терку белок. Вот такой вот, друзья, легкий, воздушный у нас, красивый такой, как невеста. Получился салат. Обязательно пробуйте. Я его сейчас сниму кольцо, чем-нибудь немножечко приукрашу. И вот такой вот будет у нас вкусный праздничный салат. Готовьте. Так, давайте снимем кольцо. Кольцо, в принципе, можно снимать сразу. Не обязательно, чтобы он стоял в холодильнике. Я делаю это сразу. Опс. Какая красотища! Вот так вот немножко приукрасила. И вот такие вот у нас получились три орешка для Золушки. Друзья, обязательно пробуйте. Это очень вкусно. И я верю в то, что вам понравится. Вы знаете, что я плохого вам не советую. Все, кто пробует мои рецепты, обязательно довольны. Так что... Всех с наступающими праздниками и всем приятного аппетита!